А перед началом обязательно нажмите на лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, и тогда шансы на легендарку вырастут в два раза. Всем привет, ребят, с вами снова Флиппинипс, это новый видеоролик по игрушке Brawl Stars. Сегодня мы будем играть за Шелли, будем стараться поднимать ей 18 ранг, надеюсь, я это сделаю, буду играть за вот эту Шелли Воин, потому что она сейчас, можно сказать, уже совсем скоро будет редкая, потому что, ну, для новых игроков, конечно же. Не знаю, можно ли будет им ее покупать или нет, но, короче, не суть. В общем, будем играть на карте все или ничего, потому что здесь ее, мне кажется, довольно просто. Надеюсь, как всегда, меня интернет не подведет. Еще раз, ставьте лайки, как всегда, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, пишите комментарии, все комментарии в первый день лайкаю. Да. Хорошо, сейчас мы будем воевать, ну, 400 кубков, это довольно уже много, я вам могу сказать. И плюс Шелли, то, что на этой карте, и вообще Шелли, как бы, она не нуждается в тиминге, поэтому можно вообще сначала подождать какое-то время, и потом уже ходить и всех подряд разносить. Надеюсь, я апнусь на видос, потому что обычно, когда я иду апаться на видос, это всегда заканчивается для меня плачевно, и я сливаю, наоборот, кубки. О, вот, например, как сейчас, я не проверяю кусты. Ну окей, сейчас, я думаю, все сейчас нормально пойдет. Убьем вот этого Фрэнка. Можно было, конечно, с ним затимиться, но что-то по его действиям с его стороны, как бы, я не замечаю, что он хочет идти на какой-то контакт и со мной тимиться. Хотя, вроде бы, нет, я не буду с ним тимиться, потому что, ну что-то мне стрёмненько. Мне кажется, все-таки он меня скорее закрысит, чем затимится со мной. Окей, чекаем кусты на всякий случай, потому что вот чувствую, что вот кто-то здесь засел, забуло. Ну, это, в принципе, еще не так страшно было бы, если бы у меня была, конечно же, ульта, но сейчас у меня ульты нет, поэтому будем чекать каждый, блин, кустик. Вот, лишь бы здесь никто не сидел, и будет все нормально. Мне нужно, чтобы просто-напросто кубки в минус не уходили. Так, он хочет затимиться, но я не хочу. Блин, а что они там всей этой, как это, картой затимили, что ли, я не понял. Так, давайте убиваем этого Фрэнка. Отлично. Сейчас мы по-любому выйдем на кого-то, потому что в кустах, ну, не может, чтобы кто-то в кустах не сидел. Так, чекаем кустики на всякий случай. Блин, там Шелли уже восьмая, ну нет. Это уже точно 100% буду минус я. И лишь бы этого хотя бы не были минус кубки. Ай, убить, убить, убить. Убейте Барли. Ну, серьезно? Брок даже не убил Барли, то есть не закрысил его. Обычно в таких случаях Броки сразу, короче, крысят и все. Блин, минус кубки. Ну, как всегда, вот на видос не могу ничего толкового сделать. Ну и тимиться ни с кем не хочу, хотя, ладно, так уж и быть, затимились, потому что без тиминга на таких кубках уже ничего не сделаешь, против системы не попрешь. Окей, может быть, пойти в центр, но если вот сейчас Леон пойдет в центр или еще хотя бы кто-то, то это будет минус я, как бы, да? Блин, я боюсь, блин, реально боюсь, что меня сейчас вот кто-нибудь вот сбоку вот здесь загасит, черт побери! Блин, 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 блинский, меня сейчас загасят, ребят. Ой-ой-ой, ой-ой, блин, это, походу, буду сейчас минус я. Короче, в центр вообще мне не стоит идти, если ты не был. Если был, конечно, не так страшно, потому что ты на начальном этапе сильнее большинства персонажей. Ну, конечно, если бы вначале сразу давали каждому ульту, то, возможно, ой, ну вот зачем, ну вот зачем? Ой, ребята, у меня так всегда, я, короче, сейчас обратил внимание на запись, я, короче, отключаю монитор свой и больше не буду на него смотреть, хотя, блин, мне нужно смотреть, что идет запись, ну, в общем, когда я смотрю, в общем, я вернулся, я уже в катке, и так получилось, что я посмотрел на запись, и просто на то, что идет запись звука или не идет, и в этот момент Хамелеон включил свой инвиз, добежал до меня, и получилось, что минус я, в общем. Не люблю Хамелеона на карте все или ничего. Вот меня иногда бесят некоторые персонажи на определенных картах. Надеюсь, мне сейчас очень нужно топ-1, потому что если не топ-1, то как бы я сейчас эти кубки, блин, 20 ранг, ой, точнее 18 ранг, я буду поднимать невероятно долго. Но если я не подниму сегодня, то перенесу на какой-нибудь другой ролик. Так, отлично, Була убили. Ой-ой-ой, там Джесси, чуваки с 8 банками. И сейчас еще Спайк будет ко мне приставать со своими, блин, колючками. Ну, долбанный Спайк, ну вот зачем ты на меня пошел именно? Ну, почему? Так, ульта, ульта, пожалуйста, ульта. 52 хп у долбанного Спайка, чуваки. Ну вот как вот оно так работает? Почему на запись я могу только сливать? Вот вне записи я сейчас сидел, нормально поднимал кубасы. Меня это просто невероятно бесит. Ну почему оно так работает? Ай... Только вне записи можно нормально тащить, потому что, когда я стараюсь что-то говорить, я и обращаю внимание и на звук, и вообще смотрю за всем. Нужно хотя бы... Давайте хотя бы я попытаюсь сейчас сделать две победные каточки. 18 ранг апать не буду, но...
Короче, постараюсь, чтобы просто затащить хотя бы, чтобы в минус кубки не ушли. Так, что-то я чувствую, сейчас выбежит на меня этот Фрэнк из кустов. Вот что он там засел, непонятно. Хочется все-таки идти и всех рашить, но я понимаю, что это для меня очень плохо закончится. И ой, почему-то я попадаю всегда в такие моменты, что меня окружают и в центр не пойти, и в кусты не пойти, и вообще никуда не пойти, потому что меня окружают. Вроде бы карта подходит более-менее под Шелли, но вот что-то все равно, когда я играю на запись, вот даже такие персонажи, как Пенни, надо мной доминируют. Еще и ее мортира, она выставила мортиру. Так, нужно бежать в другую часть карты, потому что мне здесь точно покоя Пенни не даст. Хорошо, будем чекать все кусты. Опа, еще одна Шелли. Можно было бы с ней затимиться, но 400 кубков, типа, это не 420 почти. Поэтому можно даже, как бы, ну, не тимиться и все равно занять какое-нибудь хорошее место. Если сконцентрироваться на игре, как я сейчас, постараюсь, как бы, это сделать. Так, ну-ка, давай-ка, Шелли. Если хочешь ко мне подходить, то давай нормально подходи. Не нужно такими вот тыкалками, блин, перестреливаться. Так, опа, у нас здесь ходит Прима. Давай я Не, Эль Прима, я тебя не буду убивать. Нет, вот теперь я тебя буду убивать. Просто я хотел на тебе всего лишь ульту набить, а ты взял и на меня прыгнул. Какой негодяй. Так, проблемы с интернетом. Вот только сейчас я... Блин, долбанные проблемы еще с интернетом. Ну что за дичь, когда на запись? Меня это бесит. Стараюсь что-то нормально записать, а когда как сажусь записывать, начинаются какие-то проблемы непонятные. Так, здесь где-то сидит Шелли. Ой, даже две Шелли, смотрите. Так, ну, может быть, еще кто-нибудь эту Шелли шестью банками убьет? Нет, никто не хочет? Ну, понятно, конечно, проще на меня, короче, рыпаться, да? То, ну, вот на Шелли шестью банками, которую можно было бы легко добить, никто не хочет идти. Понятно, никто почему-то не хочет рисковать и нормально отыгрывать. Ну-ка, мне нужно настрелять ульту себе, допустим, на буле на вот этом. И я тогда буду в полнейшей безопасности, как мне кажется. И мне нужно первое место. Пук-пук-пук-пук-пук. Так, убить эту Шелли, убить. Так, Шелли, пожалуйста, умри. Офигеть, первое место заняли. Возможно, камбэк. Если мы сейчас еще парочку первых мест займем, а это, да, пару первых мест, то мы, получается, вернем все свои кубки. И я даже, может, апну новый ранг. Ну, посмотрим сейчас, как пойдет. Если я сделаю сейчас первое место, то, возможно, я дальше не пойду апаться, остановлюсь на этом. Посмотрим, как еще по длине выпуска получится. Ну, окей. Так, Кроу, вот это вот будет для меня проблема. Он неприятный. Кроу. Давай, окей, мы затим... Кроу, вот мы затимились или как? Я не понимаю. Мы вроде бы с ним затимились, а он какую-то дичь начинает вытворять. Вот, например, вот такую. Я вот только первое место занял, и все, они уже на меня бегут. Ну вот что? Вот скажите, напишите, пожалуйста, ребят, в комментариях, что в таком случае делать? Ничего же не поделаешь. Я пошел на уже эти банки. Он взял меня, загасил. Почему они троем затимились? Не, ну уже они там, конечно, против Фрэнка. Но вот какого черта сразу минус 7? То есть я только получил плюс 7 и сразу же минус. Ну что, почему оно так происходит? Вот зачем подбор так работает, что ко мне подсовывают долбанного Кроу? Я вот, ну почему? Я же только апнул кубки. Так, все, давайте пушить, потому что я уже без пушинга. Я сейчас с ума сойду. Так, ой-ой, автоатака. Ты можешь как бы бить по противнику, а не по долбанным баночкам? И у меня 180 хп, это еще минус 7 кубков, я так понимаю, да? Ай, ну конечно, это только так и работает. Так, куда бы мне сейчас убежать, чтобы хотя бы не было минус 7, а хотя бы минус 6? Еще один Кроу. Ну какого черта? Так, опа, хамелеончик, ну-ка иди сюда. Давай, хамелеон. Вот хамелеон точно заслужил, чтобы его замочили, потому что, ну, хамелеоны на этой карте, они как бы мне вообще сейчас не нужны. Нет, я не буду с тобой тимиться, потому что я знаю, что ты пойдешь на меня крысить, скорее всего. Блин, нужно хотя бы топ еще один занять сейчас, и тогда будет нормально. Ну, блин, у меня 0 банок, как я сейчас что-то вообще займу? Но топ-2 вот сейчас, в принципе, реально, но выше топ-2 я вряд ли куда-то уйду. Блин, не хочу около кустов ходить, лучше отойду к краю карты. Так, опять проблемы с интернетом. Меня же сейчас все видят, ну блин, дайте мне спрятаться нормально, добежать до кустов, ну что такое? Что опять на запись какая-то фигня начинается? Нет, все-таки я буду апать ранги себе вне записи, а уже показывать вам, как я апнул. Вот поэтому я хочу, чтобы добавили наконец... Ой, панелька долбанная вылетела. Хочу, чтобы добавили наконец уже реплей, потому что без реплеев очень тяжело показывать, как ты вообще играешь, как ты апнула ранг.
Так, ой-ой-ой, больно-больно-больно-больно-больно. Ульта! Не успел ультануть. Короче, ладно, ребят, не хочу уже сливать кубки. Я лучше вне записи апну ранг, и потом вам покажу, как я его апал. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Давайте также свои боксики на открытие. От 50 боксов открываю, все, потому что давненько уже открытия не было, нужно его уже делать. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ждите новых роликов, не продолжу, короче, апаться. Все, всем пока.